Зимой длинные темные, летом фланель или ситец в горошек. Платья российских женщин 20-30-х годов не отличались особым разнообразием, но дамы носили их с гордостью и достоинством. На фото выставки Александра Родченко снимки только тех, кто был ему близок. Узкий круг тех людей, кто, по мнению автора, имел свой стиль. Так уже редко ходят. Посмотрите, туфли на перемычках, длинная юбка до середины голени. Образ стильной женщины 20-х годов транслирует Лилия Брик. Ни одна уважающая себя дама не могла выйти на улицу без традиционного платка и шляпки. Кроме костюмов и аксессуаров, есть и просто портреты. Суровый мужчина с крупными чертами лица и глубоко посаженными глазами – никто иной, как Владимир Маяковский. А вот и сам Родченко с очень стильной, гладко выбритой головой. Двойная экспозиция, по словам экспертов, характеризует мастера. И сейчас, в 21 веке, в этих фото можно узнать какие-то вещи, присущие не только творческой элите того времени, но и простым людям, даже нашим родственникам. Вот как вон Варвара Степановна, как она одевается, этот платок завязанный назад, вот эта вот футболка, как бы сейчас сказали, вот с этими полосами поперечными, типа тельняшки. Ну, то есть это время, это эпоха 20-х и 30-х годов. Александр Родченко был не только фотографом, но и художником, оформителем книг. С властью был дружен, поэтому иногда мог позволить себе некую вольность в творчестве. Выставка «Стильные люди» продлится до конца марта. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.